замечания по комплексу у нас устранены. Люди, которые находятся в комплексе и не раз бывали в нашем комплексе, прекрасно любят ходить в наш комплекс, потому что комплекс продвигает здоровый образ жизни, и бассейн, и все как бы сделано по современным слову, как говорится, технике. И получается, что люди лишились такой возможности сейчас быть в нашем комплексе. Кроме того, что у нас подразделения закрыли, сколько людей, арендаторов, лишились работы, это сколько рабочих мест просто-напросто простаивает. Нас закрыли несанкционированно, без предупреждения, хотя как бы должны были нас об этом уведомить заблаговременно. В комплексе остались арендаторы, у которых находятся продукты питания, скоропорт, личные вещи. Не дали возможности этого ничего не забрать, не унести, и, в общем, как бы действовали совершенно незаконно. Вот, мы как бы со своей стороны все делаем возможное для того, чтобы это произошло в кратчайшие сроки, открылся, но нам, однако, продолжают препятствовать и какими-либо путями для того, чтобы этот срок, этот момент, как говорится, полюбившийся горожанами комплекс НПК «Урал» как можно дольше не открывался. В соответствии с законом об исполнительном производстве, вы должны были заблаговременно уведомить о дате совершения выезда, то есть совершения исполнительных действий. Этого сделано не было, то есть реально был совершен неожиданный выезд с применением физической силы. Далее в законе указано о том, что должнику дается срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, это 5 дней по закону. Тем не менее, судебные приставы трактовали это так, что исполнительный документ имеет силу немедленного действия, то есть в самом решении суда и в исполнительном документе об этом не сказано. То есть также этот момент остался непонятным для нас, потому что с документами нам не дали ознакомиться, и вот этот момент мы тоже в настоящее время обжалуем в суде. То есть все действия и документы судебных приставов в настоящее время обжалуются. По сути, захватывали ФК «Урал», я по-другому это... По-другому этого не назову, потому что все прекрасно знают, в МПК «Урал» у нас ходят мамочки, дети и так далее. Приходят здоровые дядьки в форме, с автоматами, начинают оставлять автоматы на людей, применять низкую силу. Это не голословно, потому что меня лично силы пытались отобрать телефон при видеосъемке, представителей власти. Об этом есть тоже соответствующая запись. Когда уже дошло до того, что попытались вывести сотрудника службы безопасности, который, в принципе, охраняет вашу же безопасность, имущество арендаторов, сохранность имущества МФК «Урал», их, по сути, вывели. При этом на мои попытки, на мои предложения составить опись товарно-материальных ценностей, которые находятся в МФК «Урал», то есть это же не только имущество МФК «Урал», это имущество в том числе и граждан, частных лиц. Тут в отеле много людей осталось, то есть там дошло до скандала, что они хотели все закрыть, не дать доступ людям к своим личным вещам, которые, может быть, остались без денег, без личных вещей. Причем погода сейчас, видите, какая, минус 30 по-русски, по сути, была. Вот эти действия я, как, скажем так, санкционированный рейдерский захват никак не называю. По сути, оно так и выглядело. В городе мы писали жалобы, никакой реакции от прокуратуры и каких-то следственных органов у нас не происходит, а вот тут, как дело касается частной собственности, они реагируют почему-то моментально. Вот у нас был случай по филиалу 11 школы, в аварийном состоянии здание находилось, дети ходили по гвоздям фактически, полуразрушенное здание, учились, мы писали многочисленные жалобы, прокуратура, никто вообще, ни Роспотребнадзор не реагировали, потом уже когда уже начали тыкать лицом, и они уже остановили деятельность этой организации. То есть тут идет выборочная уже работа. В отношении кого-то они возбуждают дела, в отношении кого-то не возбуждают. Также хочу сказать о заказе. Лично ко мне поступали звонки и сообщения от, не буду называть имена, да,
от представителей конкурирующей фирмы. Люди потеряли своего клиента, тут фактически молодежь жила уже здесь, можно сказать, свидания тут назначают, сутками тут торчат, спортом занимаются, кто-то кушает. И вот эти все наши развлекательные учреждения потеряли своего клиента, и они, естественно, остались недовольны. Гостиницы тоже потеряли своих клиентов, тоже стали недовольны. И вот представители гостиниц и развлекательных центров начали давить на понятие, якобы вы борец за справедливость, пожалуйста, помогите нам закрыть Урал. Но я отказал им, сказал, что я не хочу, сказал, участвовать в вашей конкурентной борьбе, пожалуйста. И, короче, может, отшил их. Ну, тут уж пальцем не будем показывать, все знают, кто это. Сейчас и в сети интернета они пишут активно комментарии, какие-то документы выкладывают. Но если взять по сути, любое здание, включая вот это, стадион, можно было закрыть давным-давно, никто не реагировал. Вот этот футбольный наш стадион сколько лет обрушался, никто внимания не обращал. Тут и протекало, и замыкание было, пожары было, все молчали. Как только частную собственность коснулась, все, все начали, как вот это в мультике Маугли. Акелла промахнулся и начали как мочить его. Ну, то есть прокуратура должна защищать интересы народа. Что сейчас представляет у нас Урал? Урал представляет, фактически он освободил наши подъезды от хулиганов. Все отдыхают здесь культурно. Я думаю, город должен сам быть заинтересован в продвижении этого комплекса, помочь как-то восстановиться ему. Ну, насчет технических характеристик я сказать ничего не могу, я далек от этого. Просто говорю, что городу этот комплекс нужен. Нужен, это рабочие места. Мы хотим работать. Мы год работали, мы дальше будем работать. Пускай нам возвращают наши рабочие места. Все, что мы хотим. Мы хотим получать свою зарплату, как получали в этом году целый год, в свое время. Вот сегодня мы должны были получать аванс. Кому от этого легче стало? Конечно, нам от этого хуже. Мы хотим свою заработную плату и свое рабочее место. Верните нам наши рабочие места. Все.